Приветствую всех зрителей. Сейчас проходит демонстрация веган. Веганы — это те, которые, по-моему, мясо не едят. Прямо в центре города, на площади рынка. Чтобы животных содержали нормально, да. Там видели, как этих свинок держат, да, очень быстро там, и не кормят, и с такими гормонами. Потом мы поедаем это мясо со стресс-гормонами. Ну, то есть деньги гонят. Не все так идеально, конечно, и в этом обществе, но... С какой историей я должен сопоставлять? Мы живем сейчас. Законы нарушаются сейчас. Вы сейчас поступаете. Я имею в виду расистские, от слова расист. С буквой Z. С двумя буквами Z. При чем здесь история? История. Я могу тоже сказать, история — 91 год. Граница. История. Не надо спорить за историю. Точно так же 39-й год в Бресте, где был парад советских и немецких войск. И что? История. Все боролись такими методами. Просто сейчас своим нападением Россия показала, что... Невозможно с ними ужиться нормально. Допустим, как Илон Маск, вот он говорит там предотвратить атомную войну, все, допустим, ему отдать там, провести там еще раз референдум, пусть под ООН, пусть будет все, как они хотят, только бы не было атомной войны. Они наберутся сил, пойдут дальше, пойдут в Польшу, сделают там бучу и будут везде делать бучу. Пока все не заграбастят. Как они не понимают, что это уже просто не поможет? Уже ничего не поможет. И проломку в голове, у голови, буду теж намагатися переходити на українську мову. Просто говорю, на русском мне проще, и меня понимает больше людей. Так можно было бы и на английском, или на немецком. Если бы так было, и можно было бы кого-то утихомирить, это же произошло в 2014 году. Все, набрали силы, пошли дальше. И получается, что они, националисты украинские, были всегда правы, что этот сосед, он пытается сожрать. Вы даже не русские, да? Не русы именно, а русские, русня. Покрашенные русы. Рус — это будет гребец, да, там у викингов. Он пришел, покрасил какого-то Чудского озера, покрасил, и он стал русский, полежал рядом с ним.
предательство. Вот именно говорит, предательство так и выглядит. Вы предаете весь мир и человечность. Вас больше беспокоит, какое психическое расстройство у меня или у всего общества, чем или то, что я там трогаю Цоя, играю Цоя, больше беспокоит, чем то, что убивают там людей. На моем канале нет места и слова. У кого есть ум, да поймет. Нет места и слова кацапа.